Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос и посмотрел предыдущий вопрос. Я там тоже на него отвечал. Жалко, что вы не выбрали лучший ответ на этот вопрос. Вот. И не проконсультировались с психологом, с выбранным вами экспертом по волнующим вас проблемам, тогда бы вот этого вопроса, который вы задаете сейчас, не возникло бы на самом деле. Вот, ну да ладно. Значит, вы говорите о том, что, ваше настроение больше зависит от того, какие у вас отношения с подругой. И далее вы говорите, что в последнее время мы перестали друг друга понимать. Ну вот, первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, да? Первое. Это то, а с каких, собственно, моментов, с какого периода вы перестали с подругой вот друг друга понимать? То есть, раньше вы друг друга понимали, а потом, значит, резко понимать перестали. Или не резко. Или все-таки что-то случилось, что-то произошло между вами, что вы перестали друг друга понимать. Нужно разобраться вот возможности, нужно разобраться все-таки именно вот с причинами, с как бы с первопричинами того, с чего это все началось. Вы говорите, что то, что, значит, я считаю нормальным, она считает ненормальным, а то, что она считает нормальным, для вас ненормально. Ну, надо сказать, что это вполне естественно. Разные люди, разные восприятия, разные взгляды, разные ценности, это вполне естественно то, что происходит. Тут момент немножко другой, на самом деле. Момент заключается в том, как бы, почему раньше у вас все было в порядке, вот именно у вас раньше все было в норме, а потом вдруг перестало. Вот в какой момент у вас перестало все быть в норме? Вы вот как-то могли бы вот этот момент постараться пояснить хотя бы для себя? Когда у вас начался разлад в отношениях? Когда у вас начались проблемы в отношениях? Это, значит, первое. Второе заключается в том, что ваше настроение зависит от отношений с подругой, потому что вы чересчур сильно от нее зависимы. Вот прямо можно сказать чересчур. То есть вот вы нуждаетесь в своей подруге, вы нуждаетесь в ней настолько сильно, прям вот настолько сильно вы в ней нуждаетесь, что вы говорите: я не знаю, что мне делать, потому что делать что-то через силу я не хочу. Но правда-то заключается в чем? В том, что вам и не нужно делать через силу на самом деле. Вам нужно делать то, что вы считаете нужным, вам нужно делать то, что вам кажется правильным. А если подруга вас не принимает, если подруга вас не принимает, то это ее проблема, не ваша. И если вы не принимаете ее, то, что она считает правильным,
Это опять же, это не ее проблема, это уже ваша проблема. И как мне представляется, что вы со своей подругой просто-напросто стали совершенно разными людьми. Вот, знаете, ну просто вот так бывает, что люди вот спустя какое-то время, да, становятся просто-напросто слишком разными. Но по инерции, по некой такой вот заранее, заведомо заранее установленной схеме, они еще, ну как бы, общаются друг с другом. То есть они уже давно не друзья. Вот вы с вашей подругой, вы уже, ну, скорее всего, давно не друзья. Вот как мне это, по крайней мере, представляется, вот, что вы со своей подругой уже давно как таковые, вы не дружите уже. Потому что, ну, сложно назвать дружбой отношения, где постоянно ссоры, споры, скандалы и так далее. А почему споры, ссоры и скандалы? А потому что и у вас, и у вашей подруги сохранился образ партнера, которыми вы когда-то были для себя. То есть вы для нее когда-то были, ну, хорошим партнер. Вы для нее когда-то были желанным партнером. И она для вас тоже когда-то была желанным партнером. А потом, однажды, все изменилось. И вы стали уже другими людьми. А вот только не приняли вы этого. Именно вы обе не приняли. Но в частности вы не приняли этого. Почему? Потому что кроме этой подруги у вас на самом деле больше никого нет. И из-за этого вы ссоритесь. Вы пытаетесь переделать свою подругу. Она пытается переделать вас. А в действительности-то что нужно? В действительности нужно очень просто. Нужно в действительности просто вам быть той, кто вы есть, ей позволить быть той, какая есть она, и просто искать себе новых людей по интересам. И все. А с подругой поддерживать связь. С подругой поддерживать общение, но такое, чтобы вы друг друга не задевали. Конечно, есть еще и другой вариант. Есть вариант, что вы будете ссориться, и со временем вы как бы перессоритесь, и может быть у вас в будущем все будет неплохо. Но может быть и не будет. И я хотел бы задать вам такой вопрос. А вы готовы поставить свою жизнь в зависимости от неопределенности, от случая? Вот если да, то продолжайте себя ломать. Если да, то продолжайте ссориться, отставить каждый свою точку зрения. Потому что, ну понятно, что вы не будете делать то, что вам не нравится, она не будет делать то, что не нравится ей, это все понятно. И в итоге ваши ссоры будут постоянно. Вы слишком разные люди, вы уже не друзья, вы поменялись. У вас изменилось все. У вас изменились ценности, у вас изменились взгляды, у вас изменились представления. У вас изменилась точка зрения, может быть, даже. Может быть, даже мышление изменилось, кругозор изменился. Вот. А вы по инерции еще хотите оставаться друзьям. Игнорируя естественное развитие вас.
именно как отдельных людей. Не как вас, как друзей, а именно как отдельных, как отдельных людей. Как личности, как индивидуальности. Вот, вот так, в таком ключе. Понимаете? Вам решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.